Кстати, мы до эфира с вами говорили, я так понял, что именно кастинг на роль какую-то именно в Киеве по скайпу вас так происходило, да. Угу. Я никогда не слышал, жена что... накрутила пейсы, я должен был изобразить еврея, и я накрутил пейсы, одел шляпу. И с киевским режиссером, с Владимиром Лертом, мы проводили, значит, по скайпу пробы. Я даже подвинулся на крупный план, после чего уже режиссер... То есть вас утвердили, просто вот утвердил не глядя, скайпу, да? Я полетел сниматься. Это пьеса Григория Горина «Поминальная молитва». «Тевье молочник» будет называться фильм. Вот. Евгений Князев играет главную роль. Я играю Перчика в этом фильме. И... поедем доделывать то, что начато. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».